Готовы к главному – сделать шаг во взрослую жизнь. В четверг последний звонок прозвенел для выпускников 22-го лицея. Родители, педагоги, друзья – все те, кто помогали на протяжении 10 лет обучения. Рядом и сегодня. Три 11-х класса принимают поздравления. 22-й лицей – это одна из образцово-показательных школ, может быть, одна из лучших школ нашей области. Здесь обучается 1500 детей. Сегодня вот выпускается 72 11-классника. Своих выпускников педагоги называют «Историей 2017 года». Конечно, ребята будут иногда заходить в гости, но уроки для них закончены. Последний звонок – самый трогательный момент. Волнуются даже те, кто никогда не был сентиментальным. Конечно, немножко грустно то, что закончили школу. Пролетело незаметно время, но, с другой стороны, тоже какой-то определенный этап жизни позади. И хочется надеяться, что хорошо сдадим экзамены, поступим в свои вузы, которые хотим, и все будет хорошо. «Все будет хорошо» – девиз этого дня. Успехов выпускникам в первую очередь желают на предстоящих экзаменах. Именно от результатов ЕГЭ зависит будущая специальность и профессия. Родители решили разрядить обстановку. Я готовлюсь. Вот они у нас будут половину июня, а потом вот уже результаты где-то к началу июля придут, и буду решать уже, куда поступать уже точно. Рассматриваю я направление, там, может быть, связанное с юриспруденцией или что-нибудь такое, и, вообще хотелось бы уехать, например. Посмотрим, по результатам все будет известно. В этом году последний звонок в регионе прозвенит для 3746 11-классников и более чем для 8000 учащихся 9-х классов. Теперь все решения они принимают самостоятельно, и первым их серьезным выбором станет будущая профессия. Елена Белова, Денис Денисов, Петр Иванов. Печали не тая, глядит с улыбкой и надеждой. Учительница первая этого.